Дорогие наши зрители, сегодня рано утром от этой трагедии заплакала вся Россия. Попрошу вас подписаться на наш канал. Каждое утро мы делаем для вас интересные новости. Ссылка на наш новый канал в описании под этим роликом. Сегодня рано утром стало известно о том, что ночью бригада скорой помощи забрала в больницу известного российского телеведущего, известного историка моды Александра Васильева. Он находился в гостях на день рождения в одном из самых дорогих ресторанов Москвы. Он приехал на юбилей к своему другу прямо в ресторане. После выпитого бокала шампанского телеведущему стало плохо, пришлось вызвать скорую. На данный момент, по сообщению из больницы, где он сейчас находится, с ним все хорошо, медики привели его чувства. Через несколько дней Александр Васильев, скорее всего, окажется уже дома. Будем надеяться, друзья, что у нас получится поговорить с телеведущим, взять у него интервью, которое мы выложим на нашем YouTube-канале для общего обозрения. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, друзья, и до скорых встреч на нашем YouTube-канале.